Для тех, кто не в курсе, Аня еще написала трек для Димы Билана. «Про белые розы» называется этот трек. И мы тоже нашли этот проект. Да. А с Димой Биланом ты как познакомилась? Ну, точно так же. Вот девочка, которая продала мою песню в «Весенней Лободе». Да. Да, она продала и Билану. Ну, в смысле, нас контактировала. И как быстро эта история произошла? Я написала трек зимой в декабре. И как раз в январе Дима искал новые треки в стиле 80-х для себя. Угу. И ну, я и показала нашел. Все треки, которые у меня есть в стиле 80-х. И вот он, конечно же, сказал, да, вот это оно все. А с Димой вы на контакте? Нет, или мы тоже... лично тоже не знакомы. Угу. Прикольно. Да. А в клипе он тебя указывал? В клипе? Ну, он, в описании. Он меня указывал потом пару раз в Инстаграм. Тоже неплохо. А в описании написал, что автор песни... Я вот Анна не помню, Бастон. Не помню. А Бастон — это настоящая фамилия? Это настоящая фамилия моей мамы. А эту аранжировку первоначально прислали? Да, да. Сначала была аранжировка, а потом я уже наверх придумала про все остальное. А тебе самой 90-е эти не надоели еще? Нет. Нормально. А Дима что-то поменял? Ничего не поменял. Просто перепел. Даже «Воу-воу-воу» он оставил, понимаешь? Они у него быстренько это все, да, как-то скомпоновали? Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая, никак не отпускает. «Седая ночь» — это же Шатунов, да, получается? И ты взяла такие основные моменты, выжимку из 90-х. Да, «Седая ночь» — это Шатунов. Тут вообще каждая фраза — это непосредственно фраза из песни из 80-х, 90-х. Например, там «Про белые розы» — Шатунов, «Желтые тюльпаны» — это Наташа Королева, «Танцы странные» — это группа «Технология». Потом, что там, «Сибирские романы» — это, по-моему, Любэ. Вот, ну и там ну, дальше... плюс «Белые розы» тоже... И вот ты знаешь, как это было? Я сидела ночью, курила, я еще тогда курила, на кухне. Не и... курите, друзья, это вредно. И Аня да, уже да, не курит. Это... Все, я уже бросила. И было где-то 4 часа ночи, была ну, зима, и вот я сижу и пою эти все песни. Ну, то есть у меня они в голове все перемешались, песни из 80-х, 90-х, потому что я до этого слушала их там 2 недели вот нон-стоп подряд. Угу. Специально слушала, чтобы наслушаться и потом писать. Вот эти 80-х. И ну, вот эта фраза родилась, что «И снова ночь седая никак не отпускает меня». И потом я поняла, что «Ой, это прикольно. А еще прикольно взять «Про белые розы» и вообще прикольно сделать попурри из, угу. из 80-х». Ну и вот. А в начале вот это сейчас... «Горит полосатый закат в сиреневой дымке». Ты понимаешь, о чем это вообще? Главный логотип, скажем так, 80-х и New Retro Wave. А, ну это машина на фоне это, заката, да, да. Вот такой вот, ну типа закат оранжевый, который поделен на полоски, и это все в сиреневой вот такой вот, ну типа компьютерной а-ля игре. И помимо того, что я ну, слушала треки, чтобы напитаться мелодиями 80-х, я еще смотрела очень много картинок 80-х. И просто вот я смотрела картинки из тех же New Retro Wave и выписывала, какая же атмосфера там. И точно так же вот эту фразу «полосатый закат в сиреневой дымке» я просто выписала, потому что я смотрела на картинку, ну, чтобы вставить это в трек. Дорогой друг, это была только малая часть выпуска. Полную ты можешь найти в описании в ссылочках, либо кликнув по подсказке. Также спасибо тебе за просмотр. Напиши в комментариях, как тебе выпуск. И до новых встреч.